все происхождения славянских богов. Это существа неземного происхождения, сущности, связанные со стихиями Земли, или высокоразвитые представители прошлой цивилизации. Вообще неправильно называть нас представителями прошлых цивилизаций. Мы те из вас, кто начали свой путь эволюции раньше и прошли его быстрее. Мы генетически с вами связаны и лишь прошли больше и более эффективный путь. Поскольку мы остаемся с вами, мы всегда будем помогать и защищать, и заботиться о вас, пока вы не достигнете того же уровня и не займете место рядом с нами или вместо нас.